Новый год еще в пути, но время чудес уже настало. 1500 ребят со всего региона приехали в театральный комплекс, чтобы увидеть главную елку Ивановской области. Все они в уходящем году хорошо учились, занимались спортом и принимали активное участие в жизни школы и своего города. А в награду за все это получили билет на губернаторскую елку. Для многих путешествие в областной центр и встреча с Дедом Морозом – настоящее чудо. Впрочем, Новый год на то и придуман, чтобы радоваться волшебству. То, что подарки ниоткуда берутся. И то, что в новый... все сразу вокруг добрыми становятся там. Совсем еще малыши, начальная школа, среднее звено, старшеклассники – все они такие разные. Но именно дети, больше остальных, ждут Нового года. У каждого есть заветное желание, которое они давно загадали. В наступающий Новый год я хотела бы съездить отдыхать куда-нибудь за границу. Я бы хотела попросить у Деда Мороза паспорт и стать взрослым. Но пока что мне только 10. А вот у взрослых паспорт есть, да и поездку за границу они могут себе позволить. Впрочем, дети знают, что хотели бы получить их родители в Новый год. Здоровье, чтобы у них все получалось, что хотели, чтобы дети слушались. Ну и все, наверное. После танцев у елки ребята отправились на премьеру мюзикла «Вовка в 3D в девятом царстве» по мотивам одноименного мультфильма. Именно на эту постановку Министерство культуры выделило 300 тысяч рублей нашему театру. Большая часть денег была потрачена на создание декораций. Хотя для детворы главное другое. После спектакля с понравившимися героями можно пообщаться лично. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.